Всем привет! Сегодня покажу, как правильно заваривать луковую шелуху. Отвар из луковой шелухи я использую в основном для окрашивания яиц на Пасху. Но его также можно применять в качестве натурального красителя и для других продуктов. Берем кастрюлю, желательно ту, которой уже не пользуемся, так как кастрюля может окраситься. Помещаем туда 100 грамм луковой шелухи и хорошо промываем ее проточной водой. Чисто вымытую шелуху заливаем водой комнатной температуры. Понадобится примерно 2-3 литра воды. Чем меньше будет воды, тем концентрированнее получится отвар. Даем настояться полчаса. Спустя 30 минут ставим кастрюлю с шелухой на огонь и ждем, пока закипит. С момента закипания варим луковую шелуху полчаса на небольшом огне. Через 30 минут огонь выключаем и даем шелухе настояться под закрытой крышкой до полного остывания. Достаточно будет 4-5 часов, но лучше всего оставить на ночь. Настоявшийся отвар процеживаем через сито и используем для окрашивания необходимых продуктов, например, яиц. Хранить такой отвар можно в холодильнике в стеклянной банке 2-3 недели. Вот и все. Натуральный краситель из луковой шелухи готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.